Всем привет, попсярочки мои, приветульчики. И сегодня я буду показывать долгожданную вторую часть третьей недели обновления в котах-воителях. Можно понять уже то, что закончился? Так вот. Вышел новый мех. Я вам его покажу. И новые аксессуары. А также для тех, кто не может найти последнюю локацию, я покажу, где она находится. Там, где звездное, или лунное. Вроде бы лунное озеро, как говорят. Так-с. Ну, вот, вкладочка мех. Сразу говорю, я сделала такой скин, а не те скины, которые я вам показывала в начале. Из-за того, что было виднее мех. Вот, Elegant Face Fur. Или нормально читать. Короче, вот, я ее выделала черненьким. Она вот так вот смотрится красивенько, миленько. Вот так вот. Она еще для рыси подходит. Вот у меня на вот этом... О, боже, чуть ли не сохранила. На вот этом скине стоит вот эта вот шерсть. Она очень красивенькая, такая прям аккуратненькая, элегантная, как там написано. Ладно. Так, редактировать. Так вот. Так, еще добавили вот такую. Это как волосы будто бы. Ну, на самом деле, прикольненько так смотрится. Сейчас выделю, чтобы было виднее, более-менее. Так. Вот, такая вот. Нравится такая, прикольненькая, честно. Как чем-то вообще на волосы похоже. А что? Так. Еще добавили вот такую шерсть под ушами. Тоже прикольненькая, миленькая. Такая маленькая дедочка. И... Так, все. Дальше пакет мехов. 499 робоксов. Добавили вот эти штучки. Вот. Это. И много чего другого. Очень даже хотела бы сказать. Вот, выделяю уже черненьким. Вот так вот. Очень нравится, честно говоря. А, что я с котом сделала? Так, дальше. Сейчас. Дальше, вот, просто я не могу от этого. Мне это ужасно нравится. Ну, просто я не могу. Просто я не могу, не могу. Какая она красивенькая, этот мех. Так, дальше. Spinny Neck Fur. Или как оно там считается? Короче, вот ты тут, и еще, надеюсь, вы успели рассмотреть, и, ну, вот, короче, мне это чем-то на гиену похоже. Блин, во, все. Дальше. Light. Spinny Neck Fur. Вот, я, короче, я это показывала. Да, и Лайрет Мане. Вот еще, оно даже тут выделять не надо, но все равно. Боже, очень красивенькое, да, кстати. Прям такое не могу. Пловер Мане. Вот, очень красивое. Тут еще цветочки также можно красить. В любой цвет. Тут можно тут вот так вот покрасить. Сейчас еще цветом глаз тоже можно покрасить. Например, там голубым, фиолом и т.д. Вот такое очень красивенькое. Ну, вот так. И, ох, боже, я просто... Ох, я не могу, какое это красиво. От этого хвоста очень... Это может подойти вот такой очень пушистенький хвост для белки. Ну, кошки-белки. Или для скина белки.
именно кота. Ой, не, ну и кота, белки, из которого яйца, кошки, точнее. Белки и для самой белки. Ну, животного белки. Так, дальше, что еще добавили? Сейчас. Так, это все мыло. Вот, вот это. Набор звездных лоз. Оно очень дорогое, очень. Почти 900 робоксов. Это ужас. Но зато того, мне кажется, стоит очень красивое. Вот тут такой вот цветочек на эту горло, как хотел сказать. Короче, еще на лапу цветочек, там на ушко, подушка. И вот тут еще один браслетик, очень красивенький, честно говоря. Но того уж не стоит. Еще вот тут красивенького. Красивенько. Многие скажут, что того оно стоит, но это мое мнение, чисто мое мнение. Как по мне, оно должно было быть хотя бы там 600, 500 робоксов, 400. Думаю, 500. Это даже можно бесплатно сделать. Ну, похожее на шею вот это. Потому что нам прям специально за кот это выдали. Будто бы. Ну, будто бы специально. Ладно, дальше. Я вообще забыла во второй неделе вот это показать вот это. И сейчас показываю. Сейчас это все уберу. Вот. 299 рубаксов. Я вам уже показывала. Показывала, точнее. Вот, 299 рубаксов, еще кое-что. Тут вот такие колокольчики. Они вроде бы во второй неделе вышли, вроде бы в третьей, уже не помню сама. Вот такие. И вот такой вот праздничный хвостик. Такой вот красивенький. И колоколы. Да. Ой, я случайно себе глаз покрасила, только сейчас заметила. Ладно, ничего страшного. Зимний. Вот, еще вот это добавили. 699 рубаксов. Ну, в принципе, нормально, а вроде бы и нет. Хотя ровно 600, как по мне. Так, какие-то только тут два вот этих. Поэтому мне кажется, что, ну, по моему мнению, тут этого того не стоит. Так, дальше. Ничего вроде бы еще не покупали. А, не, вот это, ой, не покупали это. Короче, еще 1299 робоксов. Это очень дорого, очень. Понсетия. Вот. Праздничный мыс. Свитер-жилет. Свитер-жилет, рукава. Silver Bell. Да уж, это очень дорого и того не стоит, как по моему мнению. Можете даже сказать то, что мне все слишком дорого кажется. Но это мое мнение. Люди, начните уже уважать чужие вкусы. Короче, сейчас я буду те, кто не нашел локацию последнюю, я вам покажу. Ну, там, где лунная река. Или звездная. Я уже забыла. Вот, точнее, озеро. Так вот, для этого я сейчас быстренько тпхнусь в замороженный лес. Сейчас темно будет. Приготовьтесь. Пах. Темнота. О, все, темнота пришла. The Frozen Forest. Давай быстрее грузись, а ты. Боже, этот замороженный лес всегда так долго грузит. Ну, не знаю, как у остальных, но мне да. Вот бы сейчас музычку включить и тут танцевать. Я имела в виду, пока она загрузит. Боже! Насколько? Ура!
Наконец-то. Нарежьте. Так. Летом мы топахаемся в Frost Clan, замороженный лес. И идем туда же, куда и я. По этой тропинке. Идем, короче, к озеру. Ну, вот тут, точнее, у вас будет виднеться озеро. Мы идем по этой тропинке. Дальше. Идем к этой тропинке, по этой, точнее. Вот. И дальше. Мы вот сейчас что-то не упало. И переходим вот это дерево. Вот это вот. На эту сторону. И идем просто вперед реки. Так, залазим вверх. Так. Идем к водопадику вот этому маленькому. И поднимаемся через вот эту штучку. И дальше у вас тут будет река. Или это озеро. Вроде бы озеро. И тут у вас будет дырка. И вы заходите в эту дырку. Тут очень все красиво, просто невероятно красиво. Вот так вот. The Moon Cavern. Тут кристаллы просто невероятно красиво. И тут у нас лунное озеро, которое чуть ли не провалилось. Маленькое такое, небольшое. Тут, кстати, водопадик должен быть, но у меня его почему-то тут нет. Короче, ну а на сегодня все. Всем пока-пока. Сейчас. Ну, мне он был вообще. Короче, ну а на сегодня все. Всем пока-пока и до скорых встреч. Не забудьте подписаться.